В неделю спорта в городе проходят спортивные мероприятия. 22 сентября в Ярвойской части города прошли соревнования среди самых юных жителей. Детские сады провели веселые забеги, посвященные грядущему столетию Эстонской республики, в которых приняли участие около 400 ребят, как из Кохла-Ярве, так и из Ихви-Тойла. И очень важно, чтобы ребенок двигался достаточное количество в день. Это влияет на его здоровье. А особенно бег – это очень важный вид такого спорта или движения, который вырабатывает выносливость у дошкольников. И сегодняшний бег у нас не просто бег, а мы еще посвящаем его столетию Эстонской Республики. На следующий год, в феврале, Эстонская Республика будет отмечать столетие. И поэтому сегодня каждый ребенок пробежит 100-метровую дистанцию. Ни за что бы мы такое мероприятие не пропустили. Вообще никакие мероприятия городские мы не пропускаем. А тем более, которые в нашем городском красивом парке. И сегодня такой забег. Это все детские сады Тель. И мы в том числе относимся к этому, к Тель, детским садам. Мы также принимаем активное участие. Наши дети также сегодня побегут 100-метровку, которая приурочена к столетию Эстонии. Перед началом забегов прошла веселая разминка под ободряющую ритмичную музыку. Разогревшись, юные спортсмены отправились к линии старта. И по сигналу воспитателей каждый из них устремился в направлении финиша. Здесь каждый выкладывается по максимуму. Оно и понятно, ведь какая честь выступать за родной и любимый детский сад. Это вам не шутки. И хотя к соревнованиям ребятня отнеслась со всей серьезностью, для них это пока только подвижная игра. Но игра с пользой для здоровья. И здесь уж точно не важно, каким по счету ты пришел к финишу, ведь главное – это участие. Завершили же соревнования достаточно символично. Воспитанниками детских садов и педагогами была сделана фотография, символизирующая столетие Эстонской Республики.